Привет, друзья, с вами снова Инфобиз Контроль. Я теперь постараюсь почаще выпускать ролики, и у нас сегодня очень интересный материал. Мы сегодня разберем курс, который называется «Шаг вперед. Быстрый заработок на простейших действиях». Крайне рекомендую его скачать. Собственно, скачать вы его сможете по ссылке в описании. А дальше будет, конечно же, информация, почему я вам его советую скачать и вообще изучить. В общем, все равно советую до конца досмотреть этот видеоролик, чтобы понять, что к чему. Скачать курс очень просто. В описании есть ссылка на мой телеграм-канал. Вы переходите, подписывайтесь на мой канал в телеграм, и дальше идет ссылка на само скачивание этого курса. То есть ссылка тоже находится в телеграме. Вот, допустим, как вот эта вот ссылочка. Так что обязательно переходите, подписывайтесь на мой канал в телеграм. Там будет очень много всего интересного. Я периодически туда даже выбрасываю разную интересную информацию, которая, не звучит на самом канале. А теперь погнали. Шаг вперед, быстрый заработок на простейших действиях. Ваш первый шаг к заработку в интернете. Элементарные действия, которые принесут от 5000 рублей в неделю. Автор у нас, сейчас глянем внизу, там должно быть написано Чернышов Дмитрий Александрович. Точно я не помню этого человека, может, я когда-нибудь что-то смотрел его, может, и нет. Дело в том, что за последние годы через меня прошло столько различной информации и курсов, что я уже просто не помню этих всех авторов, тем более, что большинство из них просто выдуманные персонажи. Но здесь в этом случае, по-моему, даже совсем не так. Вроде бы как этот Чернышов вполне реальный человек, потому что здесь вот в этом видеоролике он спокойно показывает свое лицо, все показывает, все рассказывает, и это очень радует. Как я сказал в самом начале, что я вам советую скачать этот курс, изучить его. Конечно же, сразу могу тоже оговориться, что есть и минусы, есть и плюсы. Давайте все по порядку. Устали от сложных схем и настроек. Но здесь такой классический глопартовский продажничек. Толком ничего не сказано. Как всегда, вот этих набор никаких. То есть ни о чем, простые действия, все такое, техподдержка внутри курса. Все глопартовская вот эта вся фигня, даже не имеет смысла ее рассматривать. У нас идет несколько вариантов этого курса. Собственно, Lite — это тот вариант, который я вам покажу. Доступ к курсу «Быстрый заработок на простых действиях», обратная связь, бонус курс ПНМЗ. Не знаю, что это за курс ПНМЗ. То есть там что-то по трафику, по-моему. Вот. Ну и дальше пошли еще варианты другие. Тут доступ к другим курсам, доступ к тренингу «Денежное дерево». Что-то знакомое это «Денежное дерево». Ну и акционная цена, которая никогда не обнулится. Хоть здесь и написано, что обнулится таймер. Нет, это акционная цена действует всегда и будет всегда действовать. Так что если вы хотели купить этот курс и дать денег автору, то не переживайте, этот счетчик он вечный и никогда не заканчивается. Ну и дальше идут у нас рекомендации. В общем, продажник на этом у нас заканчивается. Этот курс довольно неплохо продается, там что-то партнерских уже выплачено под 200 тысяч, по-моему, на Глопарте. В общем, довольно хорошо продается. Ну и теперь погнали, посмотрим на сам курс. Смотрите, сам курс вообще, конечно, выглядит не вот так. Вот видите, я вам его показываю сейчас в папочке, да, тут каждый папка, уроки все по отдельности. На самом деле он выглядит совершенно не так. Он вообще, сам курс, расположен на определенном сайте, да, то есть когда вы его оплачиваете, вам дают ссылку на сайт, вам дают доступ на сайт определенный, и у вас там есть определенные видеоуроки, задания, там ссылки и все остальное. И понятно, что для того, чтобы вам вот так вот слить курс, то нужно его просто вот так вот было перекачать и запаковать вот в такие папочки. В общем, здесь весь этот курс, только он не в виде сайта как оригинал, а в виде вот таких вот папочек, да. Допустим, вот заходим в урок 1, у нас здесь есть видеоролик и есть еще скриншот, но он нам особо не нужен. Далее урок 2, здесь есть тоже видеоурок и
текстовый файл с определенными текстами, которые нужны к этому уроку, там урок 3, ну и все так далее. Естественно, в урок 1 здесь вот вступление, и там в течение 12-13 минут автор рассказывает, на чем мы будем зарабатывать. Итак, давайте начнем с того, что почему я посоветовал этот курс скачать, потому что я считаю, что он вполне рабочий. Стоит ли вам его покупать? Ну, я бы, допустим, не покупал. Почему? Потому что вся информация, которая здесь дается, она довольно-таки, как сказать, общая. И эта вся информация есть абсолютно в свободном доступе. Здесь она немножко компилирована, но сама идея вполне понятна. Автор нам предлагает зарабатывать с помощью фриланс-услуг. Я недавно на своем втором канале, вот мой второй канал, ссылку на него я оставлю тоже в описании, перейдите, обязательно подпишитесь, интересный каналчик такой. Вот смотрите, я совсем недавно, да, вот видите, около 2 недель назад выпустил видеоролик на этом своем канале, и он, этот видеоролик, это, можно сказать, тоже практически тот же метод заработка, который вот нам предлагает этот автор. Сейчас объясню, почему я так говорю. Смотрите, вот этот мой видеоролик, да, вот он. Так вот он начинается с такой вот надписи: заработок без вложения, рабочая схема. И ролик называется «Тут платят 500 рублей за одно задание». Вообще, о чем видеоролик? Ролик о том, что можно зарабатывать на таком сайте, который называется Quark. Вот видите, это вот в моем видеоролике. И здесь я в течение вот 13 минут рассказываю полностью схему, как зарабатывать на этом сайте Quark. И плюс я не просто рассказываю, да, как, какими-то общими словами, как здесь можно зарабатывать. Я конкретно показываю примеры людей, которые уже зарабатывают, которые зарабатывают там чуть ли не миллионы на этом. А еще я даю уже конкретную схему, на которой можно зарабатывать. То есть вы можете там предоставлять определенные услуги по раскрутке, так сказать, некоторых соцсетей. И на этом зарабатывать. Даю полностью все. Инструмент, да, с помощью которого вы можете бесплатно там кое-что получать, там некоторые ресурсы, и, собственно, предлагать их на этом Quark. Ссылку на вот этот видеоролик я оставлю в описании. Можете посмотреть, если вы хотите тоже с помощью этого метода зарабатывать. Я думаю, вам будет интересно. Вот, то есть, я думаю, вы поняли, да, то есть я предлагаю, ну вот в этом видеоролике я предлагаю вот такую вот схему. И, собственно, вот в этом курсе автор предлагает примерно ту же схему, то есть тоже заработок на Quark, но он еще заработок предлагает не только на Quark, а еще и на Glopart. На Glopart тоже есть специальный раздел, он называется «Услуги», и в этом разделе вы можете размещать свои услуги и, собственно, там тоже зарабатывать. Я скажу, что в Glopart, это вот этом в разделе «Услуги», это был тоже один из моих заработков, чтобы не соврать, ну, наверное, 3 года назад я там довольно длительное время зарабатывал. Я там предоставлял услуги по рассылке. У меня там была определенная база эмейлов. Я брал определенный софт и с помощью этого софта делал рассылки. И, собственно, брал там за это какие-то определенные деньги. И довольно долгое время вот это был там мой такой, ну не скажу, что основной прям заработок, но довольно немалая часть его. Так что, почему я и говорю, что в принципе этот заработок на Quark или на Glopart о предоставлении услуг, это действительно рабочая тема. С другой стороны, то, что все это, то, что здесь, ну, в этом курсе дается, это все паблик, это вся информация, которая дается в интернете, и так есть ее полно бесплатно. На чем нам предлагает автор зарабатывать? Ну, то есть мы, допустим, заходим на Quark, какие мы услуги будем предлагать. Вот нам автор дает вот такую вот картинку и предлагает нам различные услуги, которые мы можем предлагать, собственно, в Quark или в Glopart. Да, вот создание 3D обложек, регистрация домена и хостинга, создание лендинга на WordPress, экспертные услуги, вот, собственно, бухгалтерия, юридические услуги, репетиторство, здоровье, фотошоп, раскрутка,
раскрутка видео на YouTube, лайки, подписчики, это, собственно, то, о чем я говорил. Раскрутка сайтов, раскрутка в соцсетях, услуги переводчиков и т.д. и т.п. Транскрибация аудио-видео, размещение рекламы в открытых группах. А вот размещение рекламы в открытых группах, я думаю, это одна из таких услуг, которая тоже может пригодиться вам в плане того, что ее очень легко, эту услугу, предлагать. Собственно, вы берете, регистрируетесь в сотнях, там, не знаю, или в нескольких десятков групп на Фейсбуке, в открытых группах, где разрешено размещать рекламу, то есть где разрешен спам. И вы потом предлагаете на том же Глопарте или же на Кворке такую услугу, допустим, размещу вашу рекламу там в 30 группах в Фейсбуке или же в 50 группах ВКонтакте, ну и все такое. Человек у вас заказывает эту услугу, вы размещаете его рекламу в этих группах, ну, естественно, копируете себе ссылки на все эти посты, которые вы сделали, и потом в качестве отчета отдаете эти ссылки заказчику, и он проверяет, ну и, собственно, подтверждает вашу услугу. Это вот вообще один из самых легких методов. Очень много подобных услуг предлагается именно на Глопарте. Не знаю, на Кворке, наверное, тоже есть. Но помню, что на Глопарте таких было услуг очень много. Скажу честно, практически все они бесполезны. То есть для самого заказчика, он у вас закажет, допустим, размещение в 20 группах, там всего в этих группах может быть даже больше миллиона человек подписано, вы разместите его рекламу, и в 99% случаев эта реклама этому заказчику ничего не даст. Ну, обычно так и происходит, потому что эти группы все заспамлены и все такое. Но дело не в этом. А тут сам прикол, то, что вы эту услугу можете предоставлять. Вот и все. А качественная она или нет, ну, тут уже на вашей совести. Если у вас совесть не грызет предоставлять какую-то некачественную услугу, то, в принципе, вы можете это делать. То есть нам автор этого курса, Чернышов, предлагает обычную схему, то есть взять и предлагать свои услуги на Кворке или же на Глопарте. Вот я сейчас зашел на Кворк, это вот конкретно мой аккаунт, да. Смотрите, вот то, что человек этот предлагал, там различные методы, да, там что можно предлагать на Кворке. Ну, давайте зайдем, допустим, вот email маркетинг, да. Смотрите, отправлю email письмо, все письма идут во входящую, 500 рублей. А письмо по базе до 1000 эмейлов, то есть 1000 эмейлов за 500 рублей. Ну, скажу, что это очень дорого. И человек обещает, что все письма попадут в папку входящие, да, не попадут в спам. Вот, смотрите, обычная услуга. На самом деле, что вам нужно сделать? Вам нужно научиться, вот, собственно, отправлять имейлов, письмо, ну, имейлы, да, вот эти вот, делать спам. И вы тоже можете размещать такую услугу. Как этот спам делать и как его делать в качестве, ну, конечно, это нужно изучать, искать информацию и все в этом роде. Также вот продвижение в социальных сетях. Тут сейчас будет... я немножко не это хотел. Доски объявлений. Добавлю вашу компанию в сайт. Так, размещу ваше объявление на 40 досках объявлений вручную. То есть вы берете определенные доски, регистрируете в них аккаунты и все, и размещаете. Человек хочет разместить какое-то свое объявление на этих досках, платит вам деньги, и вы вручную размещаете. Тоже очень просто. Вот, ну и, собственно, видите, это я вот зашел на Кворк и вам показал, да, информацию. Ну, а курс, вот этот шаг вперед, он, собственно, то же самое предлагает. Единственное, здесь плюс то, что в этом курсе есть все-таки некоторые методы, да, вот, допустим, так, объявление на Кворк, вот он показывает, как это объявление сделать, создание услуги на Глопарте. Ну, на самом деле, это очень просто, выполнение услуги на Глопарте. Урок 5. Выполнение, добавление в группы Facebook, закрытие услуги, 3D-коробки как делать. То есть, ну, не знаю, кто будет эту услугу заказывать, но факт в том, что вы можете научиться это делать. А защита сайта, партнерка, регистрация хостинга. Вот, допустим, он рассказывает, как зарегистрировать там хостинг, домены, все такое. Все очень просто, ничего здесь сложного нет. Установка WordPress. Этому вообще может научиться каждый баран. И, собственно, тоже можете предоставлять такие услуги. Услуги номер 8, всплывающее окно, плагины для подписной базы, создаем подписную. Ну, это для лендинг-пейдж, наверное, скорее всего.
урок 9, транскрибация. Ну, транскрибация, это вы понимаете, да? То есть это когда вам человек дает какой-то видео или аудиофайл, и все, что там сказано, вот как я сейчас, да, что-то говорю, вы должны это все превратить в печатный текст. Ну, если вы умеете более-менее грамотно писать, то есть вам просто нужно сидеть, включить этот видео или аудио, слушать, что там говорится, ставить на паузу и записывать это все, ну, печатать все в текстовый формат. И все, потом отсылаете человеку, и все, вы получаете за это деньги. Вообще очень просто. То есть любая там мамаша, сидящая в декрете, может этим заняться. Урок 10, ну, здесь там такая общая информация. Ну и бонус ПНМЗ, места добычи трафика. На самом деле бесполезная херня. Прочитал я, ничего такого нет, тоже какая-то общая информация. Поэтому вот этот бонус ПНМЗ, он так себе. Вот, опять я ролик, конечно же, затянул на какое-то длинное время. В общем, друзья, если вы начинающий бизнесмен в интернете, то вам советую скачать, что-то пробовать из этого того, что есть. Вы кое-чему здесь научитесь. Заработаете вы или нет, но это такое. Кто-то заработает более усердный, кто-то нет. Ссылка в описании. Для того, чтобы скачать, вступайте в мою группу в Телеграме. То есть, вернее, подписывайтесь на мой канал в Телеграме. Потом следующая, это будет одна ссылка. Подписаться на мой канал в Телеграме. Следующая ссылка, это все в описании будет. Следующая ссылка идет на сам пост в Телеграме, где есть ссылка на скачивание вот этого курса. Все очень просто. Не забудьте подписаться на мой второй канал, вот этот вот «Легкие деньги, простые методы заработка в интернете». Там конкретно я в описании оставлю ссылку на вот этот вот видеоролик. Вот видите, одно задание равно 500 рублей. Посмотрите его, там очень интересная тема, с помощью которой вы можете зарабатывать. Ну и вот этот можете посмотреть. Ну вот ссылку на вот этот я обязательно ставлю, даже вот прямо сейчас в аннотациях в конце она появится. В общем, друзья, не забудьте поставить лайк этому видеоролику. Я все-таки вам бесплатно сливаю, хоть и не очень часто, всякие курсы. Так что отблагодарите, просто поставьте лайк, напишите комментарий и, конечно же, сделайте репост, если вам не трудно. Ну, о подписке на канал, я думаю, напоминать не стоит. То есть нужно обязательно подписаться и жмякнуть на колокольчик, чтобы ничего не пропускать. Вот, в общем, на этом все. Зарабатывайте много и честно. Пока-пока.